Да. Добрый вечер, друзья, добрый вечер, коллеги. Рад вас видеть на нашем сегодняшнем вебинаре. Он посвящен теме партнерской программы компании Skyway Capital. У нас просто несметное количество людей, как вот раньше говорили, да, у славян было немного слов по поводу подсчета, но, в принципе, даже вот то количество людей, которые у нас сегодня есть, можно сказать, туча, да. Итак, коллеги, если меня слышно, видно хорошо, вы можете поставить плюсики в чате, я вам буду за это благодарен. Вот. Я вижу, что у нас есть люди из города Вентспилса, это Латвия, Эстония, Пярну, да? Дальше у нас есть Подмосковье, вот. Ивановская область, приветствуем вас всех. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Егра, приветствуем вас. У вас хорошая команда КВНчиков есть, ее иногда по телевизору показывают. Вот. Но вы знаете, у нас в Skyway тоже много людей, которые любят юмор, поэтому вы, наверное, попали по адресу. Итак, коллеги, партнерская программа, и сегодня хочу сказать следующее. То есть вот то немногое количество людей, которые есть у нас сегодня на вебинаре, получат информацию, ну, наверное, самую свежую, да, как это говорится. То есть вы не зря сегодня пришли, вы увидите те изменения, которые есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital, вот, и они будут введены, надеемся на это, скажем так, всей душой, всем сердцем, всей своей энергетикой с завтрашнего дня. То есть у нас сегодня 9 число, завтра будет 10. Да? То есть ничего нет в мире совершенного, да, и постоянно можно совершенствовать. Главное, чтобы это не было, как-то правильно сказать, забыл это слово, человек, который все время совершенствует, который вроде бы и совершенствовать уже не нужно. Подскажете, может быть, нет? А, перфекционист, да, то есть он хочет сделать все лучше, лучше и лучше. Вот. Ну, мы к таким себя не относим, потому что добавили несколько плюсиков в наш маркетинг, об этом мы с вами сегодня будем говорить. Кстати, а есть те, кто вообще маркетинг компании Skyway Capital не знает? Вот если такие есть, поставьте циферку 1. Вот. Так, у нас есть Пермь, вот добавился, да, город Пермский край. Ну да, Пермский край, кстати, стал больше. Помните, когда-то был, если не ошибаюсь, просто Пермская область, да, и Коми-Пермяцкий автономный округ. По-моему, вот их объединили и стал теперь Пермский край. То есть гораздо больше, объемнее, территория стала больше, людей стало больше, правильно? Вот, да, то есть, вот, любил, кстати, в школе географии очень, бывало так, просто открывал атлас, да, и смотрел на карту. Есть вероятность, что я еще буду много путешествовать, тем более мы занимаемся с вами тем, что внедряем в жизнь недалекого будущего дороги, которые разработал, технологии, точнее, Skyway, да, то есть это небесные дороги, которые разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, и это нам позволит быстро путешествовать, передвигаться из одного конца планеты в другой. Так что, наверное, географию не зря смотрел, экономическую географию не любил, а вот, скажем так, страны, столицы и прочее. Итак, коллеги, партнерская программа. Как к ней нужно относиться? В принципе, это на сегодняшний день инструмент, позволяющий зарабатывать вам деньги сегодня, не дожидаясь выхода группы компании Skyway с технологией на мировой транспортный рынок. Потому что я думаю, что все, кто сегодня есть на нашем вебинаре, знают, да, технология планируется к введению в 2017 году. То есть до этого времени нам нужно сертифицировать данный транспорт и показать, что он из себя представляет. И каждый день осуществляются работы по строительству экотехнопарка на территории Республики Беларусь. Каждый день специалисты наших конструкторских бюро осуществляют авторский контроль на предприятиях, да, которые производят необходимое оборудование, чтобы строительство велось, скажем так, в сроки, в темпе, необходимом нам и так далее. А наша задача с вами сегодня привлекать инвестиции. И для того, чтобы, скажем так, каким-то образом простимулировать вас, тех людей, которые стали инвесторами в нашем проекте, поверили в саму технологию, да, поверили в то, что это даст огромное количество преимуществ всем, кто живет сегодня на планете, под названием Земля, да, вот, мы еще предоставили возможность, помимо всего прочего, помимо морального удовлетворения, помимо, скажем так, радости за то, что данная дорога будет построена, еще и получить финансовую, скажем так, поддержку, то есть для кого-то это будет дополнительный заработок, да, для кого-то это будет дополнительный доход, потому что у нас есть люди, занимающиеся различными, скажем так, различными видами бизнеса в различных сферах, есть люди, которые находятся сегодня в мудром возрасте, и они уже, скажем так, отдыхают по канонам всем нашего государства, да, то есть вышли на пенсию. У нас есть студенты, их может быть на сегодняшний день еще не так много, потому что молодежь, вы знаете, интересуется немножко другими вещами, то есть как в танки поиграть, например, когда приходят домой. Вот. Учебы кто-то увлекается, кто-то больше, кто-то меньше, ну и так далее. И вроде бы как огромное количество молодых людей пока считают, что этим заниматься не совсем интересно, потому что в жизни есть
много чего интересного. Помимо небесных дорог Skyway, да, помимо небесных дорог, разработанных в Минске. Так вот, партнерская программа – это инструмент получения дохода. Причем дохода, который вы можете создавать, затрачивая на это, скажем так, от 5 до 10 часов в неделю. Вот. Если вы в таком темпе будете работать, вам не нужно будет перенапрягаться, вам не нужно будет заниматься тяжелым физическим трудом, вам нужно будет делать следующие вещи. Это работать с информацией, предварительно разобравшись самому, да, что из себя представляет технология, какие плюсы от сотрудничества с нами вы можете получить и что вы можете дать другим. Кстати, очень важный акцент делаю на последнем. То есть вы на сегодняшний день можете стать человеком, который круто может изменить жизнь людей, которые вас окружают. Это могут быть родные и близкие, это могут быть друзья, знакомые, коллеги по работе, партнеры по какому-либо виду бизнеса и так далее, и так далее. Да? Это могут быть просто незнакомые люди, которые ищут возможность получения дохода, если вы умеете пользоваться интернетом, если, скажем так, у вас есть немножко свободного времени, и вы можете поработать в социальных сетях, начиная там ВКонтакте, Одноклассники и еще куча сетей в разных странах, да, которые, скажем так, мы даже не знаем здесь, на территории Российской Федерации, например. Вот. Возможность получать доход у нас предоставляется фактически гражданину любой страны. Неважно, где он проживает, на каком континенте, данная партнерская программа работает для всех. Кстати, я сегодня еще скажу пару новостей не только касаемых маркетинг-плана. Вот. И эти новости в первую очередь касаются тех людей, которые проживают у нас, ну, скажем так, за пределами стран СНГ, да, то есть касаемо, скажем так, вывода денег и так далее. Итак, коллеги, по сути дела, партнерская программа, либо инструмент, как я его назвал, да, позволяет вам сегодня зарабатывать деньги. И, кстати, с каждым днем, неважно, где вы живете, вот, возможность получения дохода, она становится все острее. Во многих регионах люди теряют работу, многие предприятия закрываются. И я не хочу кричать караул, что небо падает на землю. Нет, такого не происходит. Но, тем не менее, вы знаете, да, какие-то ноу-хау, которые внедряются в жизнь людей на различных видах производств, как правило, высвобождают какое-то количество рабочих рук, да, назовем это таким образом. Соответственно, один робот, одна какая-то новая технология высвобождает там от 10 до нескольких сотен людей, которым нужно искать, скажем, либо подобную работу, либо что-то еще, что может им дать доход для получения всего того, что они мечтают получить от этой жизни. Итак, коллеги, у нас на сегодняшний день с 18 числа действует маркетинг-план, в котором 5 квалификаций, 5 квалификационных уровней. Первый из них – партнер, второй – консультант, третий – лидер, четвертый – мастер и пятый – эксперт. Так вот, раньше, если вы помните, было 7 квалификационных уровней. И есть такой, скажем так, предквалификация, которая называется клиент. Любой человек, который зарегистрировался у нас на сайте в личном кабинете по вашей, например, реферальной ссылке, он становится клиентом. Первая квалификация партнер, она, скажем так, выполняется очень просто. Для этого вам даже не нужно пока ничего покупать, но советую вам разобраться в информации, касаемой компании, технологии, тех возможностей, которые предлагает компания Skyway Capital. И если вам все это, скажем так, придется по вкусу, если вы разобрались с этой информацией и готовы давать данную информацию вашему окружению, да, то есть рассказать о технологии, о тех преимуществах, которые она несет, о возможности получения дохода, вам достаточно зайти в раздел реферальных ссылок. Когда вы выберете в личном кабинете слева в панельке инструменты партнера, второй инструмент партнера – это реферальные ссылки. Когда вы нажимаете реферальные ссылки, у вас появляется сообщение. Для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы реферальные ссылки были доступны, необходимо подписать агентский договор или агентское соглашение. Вы нажимаете «Да, согласен», перед вами высвечивается договор. Да? Вы ознакомливаетесь с договором, и внизу есть кнопка «Подписать», то есть то, что вы согласны. Как только вы нажмете эту кнопку, у вас сразу же будут доступны реферальные ссылки, ведущие на логин партнера, на наш сайт, на форму регистрации в личном кабинете компании Skyway Capital. Эти ссылки вы можете давать своему окружению. Те, как я уже сказал, окружают вас в повседневной жизни, но все равно посредством компьютера вы эти ссылки будете давать, либо, скажем так, смартфона или планшета. Да? Эти люди нажимают на реферальные ссылки, регистрируются в личном кабинете, то есть становятся вашими партнерами в бизнесе компании Skyway Capital. Как только вы подписали агентское соглашение, у вас открывается возможность получать доход в виде тех процентов, которые нарисованы на данном слайде, с 4 поколений вашей структуры, причем абсолютно неважно, как будет выглядеть конфигурация, то есть у вас может быть 2 партнера в первом поколении, 10 партнеров в первом поколении, 100 партнеров во втором, либо 3 партнера во втором, неважно.
То есть какой-то геометрии либо четкой конфигурации не обговаривается. Вы просто получаете выплаты с того товарооборота, который делается в первой, второй, третьей, четвертой глубине от вас, и выплачивается соответствующий процент, который вы сейчас видите в табличке. С первого поколения 15%, со второго 4, с третьего 2, и с четвертого 1. Те проценты, которые вы зарабатываете как партнер. Следующая квалификация, которая есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital, называется консультант. Вот тут уже, скажем так, необходимо выполнить целый ряд условий. Их немного, их всего 3. Вот. И они, по большому счету, достаточно просты. Да? То есть первое условие, то, что вы сами лично должны будете купить для себя акции компании Skyway Capital на сумму $100 либо более. То есть не менее 100. В вашем первом поколении, то есть те, кто зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, должно быть не меньше 2 людей, которые сделали то же самое. То есть которые тоже купили себе на $100 акции компании Skyway Capital. И третье условие, что объем инвестиций первого поколения с учетом ваших личных инвестиций должен составлять не менее $500 США. Когда все три условия выполняются, вам присваивается квалификация консультанта. И у вас открывается пятый уровень глубины, то есть вы начинаете получать не с четвертого уровня, а с пятого уровня. Да? И следующие проценты. 15%, как и прежде, с первого поколения, 5% со второго, 3% с третьего, 2% с четвертого и 1% с пятого. Это то вознаграждение, которое вы будете получать как консультант. То есть у вас открывается дополнительно один уровень глубины, у вас увеличивается вознаграждение во втором и в третьем поколении. Да, в принципе, да, во втором и в третьем поколении. То есть вы начинаете получать 5%, и вы начинаете получать 3% вместо 2%. И с четвертого поколения у вас вместо 1% будет 2%. То есть вот добавляется по 1%. Второго по четвертый уровень еще добавляется пятое. Итак, коллеги, в принципе сложного, я думаю, ничего нет. Я ничего сложного вам не сказал, и все достаточно просто. Третья квалификация, которая называется лидер. Здесь также нужно выполнить три условия. Первый из них – сумма ваших личных закупок, это называется, либо личных, скажем так, пакетов акций, которые вы приобрели, должна быть не менее $200 США. В вашем первом поколении уже должно быть 3 человека, которые так же, как и вы, приобрели для себя пакетов на сумму не менее $200 США. Опять же, это можно делать сразу, у нас есть $200-долларовые пакеты. Это можно делать по накоплению, покупая там $15, 30, 60, $130-долларовые пакеты. Да? Это можно делать, двигаясь по нашей рассрочке. Например, вы выбрали у нас рассрочку, в которой нужно $100, например, оплачивать ежемесячно, такие люди у нас есть. Да? Вот. 2 месяца по $100 – это 200. Вот вы уже выполнили условия для лидера, необходимые. Первое условие, что сумма ваших личных закупок не менее $200. У вас в первом поколении могут быть люди, которые двигаются по такой же рассрочке, как и вы. Возможно, кто-то купил рассрочку, которая, скажем так, растянута во времени, по $50 он будет покупать. Вы понимаете, да, на четвертый месяц все равно он выйдет на товарооборот $200. Соответственно, вы неуклонно придете к этой квалификации. Если у вас есть небольшое, пусть даже, количество людей, приобретающих пакет акций в рассрочку. Вот чем рассрочка еще выгодна. Итак, ваши 200, должно быть не менее 3 по 200, и суммарный товарооборот вашего первого поколения и ваша личная проплата должна быть не менее $2000 США. Как только вы это делаете, да, вам присваивается квалификация лидер. Но есть один очень интересный момент. То есть вы начинаете получать 15% с первого поколения, 6% со второго, 4% с третьего, 2 с четвертого и внимание, да, то есть он, вот у нас буквально с завтрашнего дня начинают действовать изменения в маркетинг-плане. Сегодня еще с утра, да, действовало, что с пятого поколения мы получали 1%. Сейчас вам добавлен 1%, это, скажем так, сделано для людей, которые строят большие структуры, развивают бизнес, и начиная с квалификации лидера, увеличен процент с пятого поколения и увеличен процент с третьего поколения. То есть если я сейчас вернусь на предыдущий слайд, вы увидите, что с третьего поколения мы выплачивали 3%. И так было до последней квалификации. Сейчас 4% в третьем поколении и 2% в пятом. То есть добавили проценты с глубины. А вы понимаете, если правильно строится структура, да, то, как правило, в глубине как раз-таки людей гораздо больше, чем в первом поколении. Хотя первое поколение вам приносит максимальный доход. Кстати, о первом поколении мы с вами сегодня еще поговорим. Я думаю, я вас еще обрадую, потому что вот несколько людей написали: клево, классно. Там вах, вау, да, как некоторые сейчас говорят. Ну, правильно, что пишете на русском.
Итак, коллеги, четвертая квалификация по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется «Мастер». Кто-то может вспомнить мастера и Маргариту, да? Кто-то вспомнит мастера водопроводчика, который так к вам не может подойти, чтобы там заменить прокладку в кране. Но тем не менее, чтобы стать мастером, опять три условия. Первый из них – ваша личная инвестиция в наш проект должна составлять не менее $500 США. Опять же, разово вы купили пакет за 550, который у нас есть, например, да? Возможно, вы выбрали там рассрочку по $100 в месяц и уже раньше оплатили за 5, соответственно, вы вышли на этот уровень. Либо вы купили 5, там, либо 10 каких-либо простых пакетов, которые просуммировались на вашем номере и дало в сумме 500. В первом поколении у вас должно быть не меньше 3 людей, выполнивших квалификацию лидер. То есть это вот то, что касается предыдущего слайда. Да? Как только у вас в первом поколении будет 3 лидера, у вас будет $500 личного товарооборота и суммарно ваша инвестиция и всего вашего первого поколения достигнет цифры $5000 США, вы становитесь мастером. И с этого момента у вас еще добавляются проценты, да, и добавляется количество уровней с глубины, где вам выплачивается вознаграждение. То есть первое поколение по-прежнему 15, второе поколение уже 7, да, третье 4, начиная с лидеров, я уже на этом акцент делал, четвертое 2, пятое 2, помните, я говорил, да, было 1, шестое 1 и по 0,5% с 7 по 9 уровень. Ну, попотеть или не попотеть, в принципе, конечно, надо потрудиться. То есть нет здесь халявы никакой, потому что работать, скажем так, с людьми, работать с информацией, может быть интересно, может быть просто. Сказать, что это легко, наверное, неправда сказать. Да? Но если вы действительно, как написал, я не знаю, восклицательный знак Рязанов, да, то есть, возможно, это псевдоним, в честь известного режиссера, да, который, к сожалению, с нами ушел. Возможно, это фамилия. Если вы написали еще своим, было вообще здорово. Вот. Три условия, которые я сказал. 500 личных проплата, да, минимум 3 лидера и суммарный товарооборот не менее $5000 США. И у вас открываются те проценты, которые вы видите сейчас на данном слайде. Далее. Высшая ступенька маркетинг-плана компании Skyway Capital, либо, скажем так, максимальный уровень квалификации, да, то есть то место, куда может, в принципе, скопится большое количество людей, потому что никто не делает ограничения, какое количество экспертов может быть, да. Опять же, здесь три условия. Первый из них – сумма личных инвестиций не менее $2000 США. Второе условие – у вас должно быть не менее 3 мастеров в структуре. Слово «структура» сказал не случайно, потому что обязательное условие, что 2 мастера должны быть в первом поколении, а третий мастер может быть в любом другом поколении в глубине, да, в вашей. Важно, что он не входит в команду либо в структуру первых 2 мастеров. Если такое условие выполняется, просто на слайде здесь классический вариант, что у вас 3 мастера в первом поколении, да? Но вот третий он может быть где угодно, там, во втором, в пятом, в седьмом поколении от вас в глубине. Важно, что в другой ветке. Как только это условие выполняется, суммарный товарооборот первого поколения будет равен либо превысит $10000 США, вуаля, и вы становитесь экспертом. И в этом случае вы начинаете получать вот то самое максимальное вознаграждение, что привязано к маркетинг-плану компании Skyway Capital. 15% первого поколения, второе поколение приносит вам 7%. Далее идет 4 с третьего, 2 с четвертого, 2 с пятого, 1% с шестого поколения, с седьмого по девятый по 0,5%. То есть, в принципе, все это соответствует предыдущей квалификации, которая называлась у нас мастер, да? Но с 10 по 20 уровень вам еще дополнительно будет начисляться по 0,2%. Во всех этих случаях, которые мы сейчас с вами сказали, да, 5 слайдов мы озвучили, 5 квалификаций, вознаграждение начисляется и на бонусный, и на акционный счет в полном размере. То есть положено вам, например, за проплату $200, да, $30 на бонусный счет и $30 на акционный. Бонусный, пожалуйста, выводите, переводите, скажем так, в личные кабинеты ваших партнеров, покупайте на них акции. На акционные деньги вы можете только купить акции. Вы не можете их ни вывести, никому не отдать. Ничего с ними сделать другого, кроме как приобрести акции. Это подарок компании, пока она еще эти подарки делает. Теперь мы переходим к важным изменениям, да, которые, точнее, дополнениям, потому что изменениями это, наверное, назвать, хотя можно изменениями назвать, потому что там мы проценты добавили. Здесь мы добавляем еще одну схему. Это в первую очередь ориентировано на тех людей, которые активно готовы строить структуру, расширять, скажем так, свою структуру в ширину. Вот. И здесь привязка идет к тому, что вы делаете непосредственно сами в первом поколении. Да? И сразу хочу объяснить вам, что привязка идет к количеству оплат в течение календарного месяца.
То есть у нас сейчас февраль, да? Соответственно, с 1 февраля по 29 февраля нужно сделать несколько простых вещей. То есть если в вашей структуре, в вашем первом поколении в этот промежуток времени, в феврале, будет 5 проплат, неважно каких, там, 15-долларовых, 30-долларовых, 60, кто-то будет платить рассрочку, да? Если всего суммарно будет 5 проплат, там на следующей странице будет пример. Соответственно, вам на этот товарооборот, который вы сделаете, да, вот 5 проплат в месяц, 1% с этого товарооборота дополнительно начислят к тем процентам, которые мы сейчас с вами уже разобрали. То есть фактически с этих 5 проплат вы получите 15% положенные с первого поколения, плюс еще 1%, 16%. Но только в том случае, если этих проплат будет не менее 5. Если вы сделали, скажем так, строите структуру, у вас, например, 5 человек уже сделали товарооборот, точнее купили какие-то пакеты, да, вот, 1% с них начислен, и, например, у вас будет по окончанию месяца 7, там, 8, 9 человек, да, соответственно, вам больше начисляться ничего не будет. Но если вдруг 10 человек, то суммы, которые с самого начала месяца, которая началась, вот 10 проплат, вам выплачивают 2%, но из этой суммы, которая 2%, вычитается то вознаграждение, которое вы уже получили за первые 5 проплат. На следующей странице будет пример, я думаю, вы поймете. Вот. Если у вас большое количество проплат в первом поколении, вы активно над этим работаете, у вас, возможно, есть там 10-15 партнеров, которые ежемесячно оплачивают рассрочку, кстати, идеальная ситуация для того, чтобы выполнять данные условия, да? Вот. И вдруг в течение месяца количество оплат людей, да, в вашем первом поколении достигло 20, соответственно, вам выплачивают 3% со всего товарооборота вашего первого поколения, но за вычетом вот тех сумм, которые вы получили за 10 проплат и 5 проплат. На примере мы с вами разберем. То есть фактически это можно рассмотреть так, что вот за эти 10 проплат, которые у вас были, да, вы получили там 3% дополнительно, 15, которые у вас были. Если у вас 10, соответственно, там 2%, там это не совсем корректно, но вот можно нарисовать так, что у вас там сначала стало 16%, потом 17% с первого поколения, а потом 18%. То есть те 15% никуда не делись, и плюс к вам кверху с этого еще начислит процент. Мало того, если вдруг у вас будет более 20 проплат, с каждой проплатой, с каждой, скажем так, пакетом акций, которые будут куплены в течение этого же календарного месяца свыше 20, за каждую проплату просто будут начисляться не 15%, а 18%. То есть 21-й тот пакет купил, да, 18%. 22-й 18%, а не 15%. Это вот те дополнения, которые сделали, в первую очередь, скажем так, это ориентировка на людей, которые готовы активно развивать первое поколение, получать максимальный процент, кстати. Ну и, конечно же, помогать, да, то есть мы нацеливаемся на то, что вы не просто будете деньги собирать с людей, но и также будете помогать им развиваться. Соответственно, представьте, да, у вас там 7% во втором поколении, если вы это все делаете, вы там в квалификации, например, мастер, и большое количество людей двигаются по рассрочке во втором поколении, это тоже хорошие деньги, которые вы будете зарабатывать. Вот таким вот образом. Здесь прописаны условия. Как только в первом поколении количество купленных пакетов достигнет 5, вам начисляется 1% от общей стоимости этих пакетов, которые купили. Вы понимаете, пакеты могут быть 15, 30, 60, 200, 2000, кстати. Да? То есть тут нет разницы, тут сумма не обговаривается, а именно факт покупки пакетов. Как только достигнет 10, вам выплатят 2% со всего этого товарооборота, но с учетом вычета суммы, которую вам уже выплатили за приобретенные 5 пакетов. Как только достигнет 20, выплачивают 3% с учетом вычета суммы за предыдущие условия, которые мы обговорили. И начиная с 21 пакета, вам выплачивают 18% просто в первом поколении вместо 15, как это было поначалу. Что очень важно, все эти пакеты, вы видите условия, должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Да? Если вы купили, например, 19 пакетов, точнее не вы, а у вас купили 19 пакетов в феврале, потом 20 вроде бы образовался 1 марта, это пойдет как первый пакет в марте месяце. Значит, вы получите только за 10 2%, согласно этих условий, которые мы говорим. Очень важно, в количество пакетов может войти оплата не одного человека. То есть у кого-то может быть две рассрочки, да, то есть в начале месяца, ближе к середине месяца. Вот. Соответственно, один человек может купить и 20 пакетов. Да? Да, все правильно. Ну, в принципе, здесь условия-то расписаны по поводу вычета за предыдущие, там 10-5 пакетов. Да? Пример сейчас будет на следующей странице.
Для получения бонуса учитываются покупки акций в рассрочку. Это тоже очень важно, потому что мы знаем, у большого количества партнеров в первом поколении люди продолжают покупать в рассрочку. Соответственно, я предполагаю, у нас будет достаточно большое количество людей, которые будут получать дополнительно 1% 15%, может чуть меньше 2%, но будут и те, у кого будет и 3%. Вот эти 20 человек, есть люди, у которых в первом поколении есть 20 человек, покупающие акции в рассрочку. Вы видите, здесь прописано в условиях получения бонуса, что пакеты могут быть куплены как новыми людьми, которых вы сейчас только зарегистрируете, да, так и те, кто покупал пакеты акций ранее и решили купить сейчас. То есть разницы нету между партнерами, кто когда покупал пакеты или нет. Или вознаграждение, как я говорил, точно так же начисляется, вот это вот 1%, 2%, либо 3% и на бонусный, и на акционный счет. Теперь давайте перейдем к примеру. Для примера мы взяли круглую цифру, да, предполагаем, что все, скажем так, партнеры в первом поколении, все пакеты, которые у вас покупаются, будут равны $50 США. То есть первый пример. $50, 5 пакетов. Товарооборот, созданный в первом поколении, составляет $250, да? Вот, вы видите, наверное, да, то, что здесь у нас нарисовано. Сейчас мы это дело подчеркнем. Вот, 5 пакетов. Все они по $50. Соответственно, вам начислят обязательно 15% от суммы $250, это 37,5%. И дополнительно вы еще получите бонус в виде 1% от общей суммы, это еще $2,5. То есть у вас будет начислено, и вам будет приходить смс, и в личном кабинете вы будете видеть, да, доплата за созданный товарооборот 2,5%. Если в вашей структуре произошло счастье, и у вас 10 человек, скажем так, да, в течение одного месяца, 10, например, даже не человек, а было куплено 10 пакетов, как я вам говорил. Вот. Как только это происходит, видите, здесь зеленая стрелочка, да? Это второй пример. 50 по, точнее, 10 человек по $50, это товарооборот 500. 15% от 500, это $75. Бонус, да? 2% от 500. Вычитаем 2,5, которые нам уже заплатили. Соответственно, $10, это бонус. 2% от 500, минус 2,5, вам еще к сумме 75 добавят $7,5. Немного, но приятно, согласитесь со мной, да? И третий пример. Когда в вашей структуре 20 пакетов куплены в течение одного календарного месяца на сумму $50 США. 15% от 1000 это $150, вам однозначно начислят на ваш бонусный счет. Это тот положенный процент по маркетинг-плану, о котором мы говорили, да? И плюс ко всему 3% от товарооборота, который вы создали, это $30, за вычетом предыдущих двух выплат, да? Минус 2,5 и 7,5. Соответственно, вам еще $20 к 150 будет начислено. И здесь пример приведен такой. Здесь вот как бы 21, вы видите, цифра стоит на слайде. То есть 21 человек у вас проплатился, соответственно, и 22, тут у нас два этих кружка, да? 2 на 50 это 100, соответственно, вам 18% от $100 товарооборота заплатит, это $18. То есть начиная с 21 пакета, в вашем первом поколении начинаются выплаты 18%. Вот таким вот образом будет происходить уже, я надеюсь, что с завтрашнего дня. Это те изменения, которые, или дополнения к маркетинг-плану, которые внесены руководством нашей компании. И табличка, которую обычно показывают в конце слайдов по маркетинг-плану, выглядит теперь немножко по-другому, да, потому что вы видите, начиная с лидера, с пятого уровня выплачивается не 1%, а по 2%, и с третьего уровня не по 3%, а по 4%. Вот таким вот образом. Опять же, маркетинг-план накопительный. Квалификационный первый уровень в нашем маркетинг-плане. Вывод средств. У вас должно быть не менее $30 на бонусном счете. Условия роста квалификации – это ваши личные покупки, пакетов акций и товарооборот, который делают люди в вашем первом поколении. То есть у нас первое поколение стало еще, скажем так, более жестко квалификационным. Да? Если вы помните, раньше мы считали товарооборот, который во всей глубине структуры. Сейчас только привязка к первому поколению. Начиная с $15 США вы можете зарабатывать серьезные деньги. Сотни, тысячи долларов, да? У вас нет необходимости квалификацию подтверждать, то есть фактически у вас неуклонный рост, вы можете, скажем так, ползти вверх по лестнице, вы можете идти размеренно, вы можете бежать, а если вы, скажем так, мастер в построении структуры помогать людям, то вы будете ехать на эскалаторе, да, квалификации эксперта. Высокий процент выплат, то есть вот здесь написано до 15, плюс еще дополнение, вы можете зарабатывать от 0,2 до 18% от товарооборота, который будет создавать ваша структура. Выплата вознаграждения идет до 20 уровня глубины. Нет ограничений по количеству партнеров с первым поколением, которые вы можете пригласить, а тем более вы сейчас видите, да, раз у нас идет привязка к первому поколению количества купленных пакетов, то есть чем таких людей будет больше, тем больше будет ваш бонус. Но, скажем так,
Постарайтесь, чтобы эти люди, которые регистрировались под вами, покупали пакеты, делали это осознанно. И если им требовалась помощь, чтобы, скажем, не только специалисты нашей компании, отдел информационной поддержки, но также и вы еще помогали этим людям в развитии, объясняли, что и где. Кстати, если люди регистрируются свежие, еще не совсем хорошо разбираются в личном кабинете, приглашайте их завтра на вебинар в 17 часов, где мы будем рассматривать, что и где у нас находится в личном кабинете. То есть, как это называется? Обзор личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте одновременно и на бонусный счет, и на акционный счет. Теперь я хотел бы услышать ваши вопросы. Если таковые имеются на данный момент, все ли понятно в тех изменениях, которые у нас сейчас произошли? Вот. Нравится ли вам больше теперь этот маркетинг-план? Ушла ли ностальгия по предыдущему? Ну, я смотрю, вопросов не появляется. То есть, либо все настолько сложно, либо я действительно все достаточно доходчиво вам объяснил. Так, клево. Сегодня клево не будет. Помните, да, такой момент? Почему? Потому что клево было вчера. Так, все супер, все в поле, а также при совмещении с бонусным. Так, вопрос. Покупать акции можно на деньги с акционного счета? Можно покупать акции на деньги с акционного счета, коллеги, только, скажем так, никто не получит за это вознаграждение. И в программу вот эту мотивационную это не входит по первому поколению. Да, привыкайте, что все у нас пакеты, которые мы продаем, и вот какие-то акции у нас бывают и прочего. Что касаемо акций, неважно каких, которые были, которые еще будут, покупка пакетов акций в рассрочку. При всех акциях компании Skyway Capital задействуется только бонусный счет и основной счет, то есть живые деньги, мы это так называем. И выплата вот этих процентов, о которых мы говорили, происходит только тогда, когда люди, скажем так, приобретают пакеты акций либо с бонусного, либо с основного счета. Потому что если вы приобретаете пакеты акций подарочные с акционного счета, как мы будем вам их начислять? То есть, ну, давайте быть все-таки, как это правильно сказать-то, честными, наверное, совсем годится. Ну, и так компания, скажем так, много дарит, да? Дарит вам на акционный счет такую же сумму, которая идет на бонусный. Так, коллеги, и теперь новость, да, которую я хотел озвучить. Смотрите, у нас в ближайшее время для вывода денег с бонусного счета в личном кабинете компании Skyway Capital появится еще один электронный кошелек. Называется он Advanced Cash. Для чего это сделано? Это сделано в первую очередь для наших партнеров, которые проживают за пределами стран СНГ. Да и в странах СНГ, в принципе, и, скажем, в странах Балтии можно этот кошелек открыть. Поэтому люди, которые проживают в регионах, не входящих, что я сейчас назвал, да, вы можете смело создавать кошелек Advanced Cash. Вот. Внутри этого кошелька вы сможете денежные средства уже выводить туда, куда вам удобно. Потому что это в первую очередь делается для жителей Европы, да и всего мира, в принципе. Там вы сможете выводить уже из того кошелька денежные средства к себе на карточке Visa, если вам это удобно, либо еще в какие-то кошельки, которые есть у вас в стране. Поэтому это тоже очень важная новость, мимо которой я вот сегодня не прошел, и слава богу, что я вспомнил, что я обещал вам эту новость рассказать. Так, по маркетинг плану изменения мы вроде бы озвучили, по кошелькам тоже. Вы знаете, да, вот уже это было озвучено и в новостях вы получили, то, что есть возможность оплачивать карточками Visa со всего земного шара, либо MasterCard. Там комиссия есть небольшая, но тем не менее для удобства это сделано. Так, какие у вас есть вопросы, коллеги? Как будет выглядеть партнерка после закрытия входа в корневую компанию? Ну, не совсем понятно, что значит вход в корневую компанию. То есть вы имеете в виду, что когда будет, скажем так, закрыта возможность инвестировать денежные средства непосредственно в корневую технологию, правильно? Вот. Поэтому я думаю, что смысл менять партнерку может и не будет, и если мы будем продолжать привлекать инвестиции, в планах такое есть, конкретные адресные проекты, значит она пока будет такой. Если будут изменения какие-то вноситься, да, там для улучшения, для упрощения, для большего уровня доходности партнеров, соответственно они будут внесены. Ну, я сейчас не могу предположить, да, вот когда закроется возможность инвестировать в корневую компанию, как будет выглядеть маркетинг-план, тем более как бы не я принимаю эти решения. Алексей, ну, в принципе, если вы подали заявку на то, чтобы на вас вышел человек и те, кто работает по представительствам, я уточню у Ирины Волковой, да,
Вот. Почему они на вас до сих пор не вышли? И тогда смогу вам ответить на ваш вопрос. Юрий Викторович, я не знаю, когда корневая закроется. Что значит закроется? Вы ждете какого закрытия корневой компании? Вот мне интересно. В хорошем смысле слова, либо, скажем так, может быть, вы где-то за душой что-то носите и ждете, когда все закончится. Вот я бы хотел пояснений с вашей стороны. Дело в том, что службы технической поддержки по работе представителя Алексея не смогут вам дать информацию, потому что этим занимается непосредственно Ирина Волкова. Что касается в хорошем смысле, ну, смотрите, не исключен вариант, что в ближайшие даже несколько месяцев придут крупные инвесторы, и у нас появится та сумма инвестиций, которая нам необходима для строительства трех видов транспорта, да, то есть для демонстрации на территории экотехнопарка в Минской области, и, возможно, прекратится, скажем так, привлечение инвестиций вот таким образом, который мы сегодня делаем непосредственно в корневую технологию. Ну, я вам не могу это сказать, да, когда это произойдет, в апреле, в сентябре, либо в январе, а может, мы еще, скажем так, в начале 2017 года будем что-то добирать. Мы надеемся на то, что сейчас ведутся переговоры, скажем, с целым рядом структур и государственных структур, и с людьми, скажем так, занимающие посты руководящие, не только в России. Будут результаты, мы вам скажем. Да не за что. Я, в принципе, только сказал, что в это надо верить, да? Итак, коллеги, хорошо. То есть, если у вас сегодня ко мне больше нет вопросов, то хочу сказать следующее. У нас сегодня вторник, в 19 часов будет вебинар, который будет проводить Мирошниченко Григорий Михайлович. Я думаю, кто-то из вас наверняка был на этих вебинарах, поэтому рекомендую. И сегодня прийти и пригласить тех партнеров, которые хотят развивать бизнес. Завтра у нас будет два вебинара, которые будут проводить Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков. Первый вебинар будет с 12 до 2. Второй вебинар будет с 19 до 20. В 17 часов завтра у нас обзор личного кабинета. В четверг у нас будет вебинар «Презентация компании Skyway Capital и адресные проекты». То есть информацию в этом направлении будет давать Владимир Маслов, как это он делает по четвергам. В пятницу у нас будет в 13 часов партнерская программа. Да, вот то, о чем мы говорили с вами сегодня. Вот. И в пятницу же у нас будет мероприятие, которое будет проводить Мирошниченко Григорий Михайлович, тоже в 19 часов. В воскресенье семейные встречи. То есть то, что любит огромное количество инвесторов нашей компании. Вот я вам рекомендую эти вебинары посещать самим, но не с целью просто, скажем так, времяпрепровождения, потому что вам нечем больше заняться, а лучше, чтобы вы на эти вебинары сами посещали, и чтобы в это время находилось какое-то количество приглашенных вами людей. Тогда будет, там, я не знаю, какой, тройной, семерной, десятикратный эффект может быть, да, потому что эти люди в чем-то разберутся и скажут, елки-палки, как же ж я раньше вот тебя не слышал, да? Вот. Возможно, у меня был отит, у меня болела голова, а тут так просто все объяснили, и я решил стать инвестором. Приглашайте людей на эти мероприятия, используйте данную возможность, потому что, в принципе, это делается как бы для вас в первую очередь, для наших партнеров, для наших инвесторов. Спасибо вам за внимание, да, в принципе, я, наверное, на этом заканчиваю. Если вопросов больше нет, буду рад вас видеть на вебинарах нашей компании, в своих вебинарах, на вебинарах наших лидеров. Вот. Здоровья вам, любви, денег, хорошего настроения, продолжение зимы для того, кто ее любит, наступление весны тем, кто ждет тепла и цветов, да. Ну а чтобы весна у вас всегда была внутри и никогда не покидала ваши сердца и души. Согревайте этим теплом тех, кто окружает вас, и все будет хорошо.